Сейчас я раздам лут один хотя бы. Суманите его, он там шатра заказывается. Чё? Он там шатра заказывается, уже прыгнул. Ах, ну за это сам бать. А что могу сразу? А, Вага, или в шатрате. Он в шатра прыгнул. Ну, сегодня все? Нет, ЗС еще. Пал был чей? Фарада твой или твой кирс? Yes. И пал, и прист кирс. Я в шатре. Приста что-то нету. Кирс, ты тут? Ну что, нашел ты его? Да, я отдал ему шею. Но народ, не надо, я уже скрыть не стою. Давай, плыви лучше сюда. Блин, не такое себе. Такое то. Просто так как быстро.
Короче, говорит, у него КД нету. Унки с нами идет. Прием, Унки из четвертой пати с нами сейчас идет или нет? Хз, кто это? Это Пайер был, по-моему, или чё ли? Кто за них отвечает? Я не знаю. Недобор какой-то или что? Ну, он Япончика и Мозера. Или ой, пиво берите, пускай домашний. Да. Эрел, я вынужден доложить, что в ГИ ходят слухи о рейде нашего значения. Блин, Чмаль телепортнулся прямиком из ЗС, ой, из ОКа в ЗС, и у меня все равно банк. Всем убирайся отсюда. Вот как ты, значит. Не гневайтесь, сэр. Что пугает команду? Ну же, говори прямо. Соляра, сэр. Так-так, Соляра ОКа ХМ. Всякий из нас страшится ее, и не зря. Хоть и не ведает почему, а спросить боится. Эти истории правда? Что пугает такого храбреца, как ты, Враска, и будоражит твое воображение? Резисты, сэр. Да, резисты. Будь они прокляты. Ведь чем больше резистов, тем меньше прошибает риф. Через соляру к келю пролегает наш путь. Чарь наручи на резист от кожевки, Враска, ведь там будет дамаг в 100к. Тихо, спокойно, ребята. Проявите смелость, успейте прокачать кожевку. Спасайся, кто может. Челик ливнул с гиль. Нет, дезертир. Давайте ро. Нет. Джентльмены, не буду требовать от вас того, что выше ваших сил. Но спрошу, не в топовой линии все мы? Да. Что для нас бесполезны 10 проф? Ирса. Япончик в ШП идет? Было бы неплохо, у нас нет ШП других. Давайте меткость вам буду давать. Фарада, тебе Редвар перчатки отдаст, распыли их и сними с него ГП. Окей. Быстро вы решили субботить перчатку. Только дайте МП5 и друид. Дайте баф. Вага, япончик в ДД идет или в хиле? В ДД? ДД. А, ну, у вас 5 хилов пока что, так пойдем. Дайте рыбку поймать, а чего надо? Лови, чего ждешь-то? Так, там 100 он... голды каждому. Люди плакают, там он что-то рыбу жует. По шаманам кулак дайте. Ну как появляется? Именно когда забрасываешь просто? Лови, просто лови, как обычно ловишь. Да, как обычно рыбу ловишь и ловишь. Ну видишь, сколько людей уже помогает. Ну,
Вовремя, спасибо. Тут этого добейте. Напомни, на какие там у тебя куски? Резист, ты уверен в том, что ты нажал? Абсолютно. Он фаера перебивает. Да, вся, можешь ливать из дроида. Видишь? М? Напомни, какие там у тебя куски пипец маговские? Ну, ноги, голова. На руки тогда возьму. Хорошо. Груплот поставь. Там большой идет. Потихоньку рейндж набирайте. Голову напало кто-то всякий. А ты его как... танчишь? Да, лох, на ты. А, понял. Чего да лох, лох, на ты? Да лох, на ты, голову вот опять сказали, нужна им паладиновская.
Да и не просто так сюда ходит с основным рейдом, поэтому до лука я может забыть на сегодня. Что говоришь? Я что-то так посмотрел, а чё эти тапки? Или с меткостью? Эти тапки очень хорошая альтернатива тапкам Джайны. Нет, чуть я не знаю, что они альтернатива хорошая. Просто, типа, не знаю, мне кажется, если не Джайны, то это лучше с Астойдом. Ну, типа, у меня 264-ю, я лучше эти сделаю. А, если так, то да. После колодца шкаф сразу ставьте. А у этих даже крита побольше. Меньше СПД, но побольше. Чуть-чуть, но побольше. Сейчас будет в лужи уходить. А там ничего опять не было. Надо что. Что-то лок вообще где-то непонятно лежит, не доставил. У меня это хан. Это лок? Ну, хан, да. Тыкни на миникарте-то где? Вот он прям перед тобой, стой. Вот он прям здесь лежит. Не ресается пока. Бой, наверное. Да, ты иди как все. Ну, ладно. Сейчас резко. Спасибо. А у Е про товаром не добавили. Сзади большой, вернитесь, пожалуйста, танк сейчас друида убьет, хила. Че, он нормальный? С паразитами, да.
еще один. Монород, ну-ка давай-ка напиши там, блядь, на форум, чтоб, блядь, понерфили АУЕ вот это, чтобы оно в проценты тоже, типа, от количества целей резалось, блядь. А то они охуели совсем. А что, оно режется, что ли? Ну, ДК что-то хуёво режет. Кстати, это странно. Я видел, что дезерон, потому что только на ДД распространяется. Надо, чтоб танку резалось. Куда ему столько? В смысле столько не ДД? Ну, в смысле, вот эти все модификаторы, которые снижение урона по количеству целей, не работают только на... Пропало, сразу резалось. 2-3-5. Буду напомню, Марагрин. Филамов, заберите, пожалуйста. Амирал, ты мне сейчас написал про жезл. Я думаю, блять, этот жезл падает с соляры. И оказывается, с соляры падает с критом просто и другой дыркой. Ну, а сюда с хастой и другой дыркой. Я сижу, думаю, то ли я туплю, то ли это лут один и тот же. По-моему, у нас дублируется лут только в кориде. Я просто, понимаешь, я свой жезл помню, что брал с соляры. У меня Вага еще спрашивал, точно ли он мне нужен. И ты мне такой, тут жезл с меткой. Блять, он же с соляры, че он здесь? А ты не будешь этот жезл брать? Какой? С Марагрима, который. Да блин, как бы с ЦЛК хотелось бы. Не знаю, наверное, нет. Мне кажется, там меткости так хватает. Я прикинул там, когда шмотки поменяю, у меня как раз 14 будет.
Блять, опять у силки забыл, сука. Ну лети сейчас, чё ты... Зато не умрёшь, как обычно. Отстань. Бага, лети сейчас. А я уж свалил от вас. Красавка. Пока никто не видел, конечно. У нас сейчас танки упадут, пока никто не видит. Вот хорошо, что я этого не вижу. Кто один хочет послакать? Желательно не видеть. Ну, у вас у танков бинты походу прокачанные, раз они бегут без хилов, то чё можно сказать-то? Хилы пьют, танки бегут. По характеру. Угу, короче. Бухающий хил, горе в рейде. По-другому это диагноз. Это вынужденная мера, понимаешь? Тут, если не пить, с вами вообще ходить нельзя просто. У тебя 4 друида, нафиг тебе пить. А. 5 даже. Еще 2 приставки. А, Эбрио, говоришь? Да. И что от этого, что да. Они да, есть? Снимаю. Кто-то кидает иннер, что ли? Или что, я не пойму? Ну, Пейн, я иннер не чувствую, да? С первых 4 групп, Леотерос, кто хочет послакать? Да уже мгновенно на замене. У меня как бы заклинание откатывается, я его использую. А друиды куда его используют и для чего они его хранят, непонятно. Туманти байеры и меня. Выбрали самого хила, который меньше по мане, молча кинули, проблем нет никаких, и все. Это... Слышь, Бага, посмотри на гильдию. А помнишь, что Джоки у нас покупают шмот? В очередной раз, да? Кто у вас покупает шмот? Джоки? Ага. Серьезно? Не первый, кстати, человек. Это уже не те Джоки, что были, причем давно. Да я был у них, честно. Не топор. Скатились оттуда в белую стаю, кто баян. А сопы были тоже хороши, после развала там вообще что-то. Хороши были? Так, чек на баф и пул. Пиво, ты на боссе. Лоя, ты там демон форму попробуешь там. Подождите. Отанчить. Я тут рыбу воткну. А это разве не их не пора забывать? Типа мы наденемся и покажем Илюшу, но это такие джоки, не? Вот пока при мне сменилось только 11 танков. Япончик, чего не хватает? По 5. Обойдётесь без МП-5. Ты умер просто фул хп, по-моему. Да его ваншот. Был пацан и нет пацана, да? Весь на пул, гуманоид, форма идет в бафы, алоэ танчит демон форму. Ну ни хрена ж сложного. Ты сейчас такие вещи говоришь, что я их первый раз во всю жизнь не слышал.
Я просто хилю, кто меньше, меньше хп имеет. Я думаю, половина хилов не знает, кого они вообще хилят и зачем. А сейчас Байер откинет. Пантер, убей своего демона. Убей демона, убей демона. Повтори его. Его убьет, если он не здесь. Я понял, он дал внутри сейчас тут. Будет демон. Так и напишем. Мне всегда было интересно, что происходит, если не убивают. А, есть возможность убить того, кто не убивает. Все, я понял, что происходит. Ты ж ни разу не видел, что ли? Нет. Серьезно. Я что-то ПС на нем накрутил немного. Для этого нужен байер жоков, чтоб посмотрел. Это не сравнится с тем, как мы суманули байера на корабле или на небечку. Бьем сложного босса. Причем самое забавное, что он просто взял и стрельнул. Ты очканул прям. Скажи, что ты меня уже попутал. А у нас Делока покажет? Марта? Его... Что-то он спингом написал. Нет, там 1500 пин. Значит, друиды, дайте, пожалуйста, Инна по шторм сигнал. Если вас не затруднит. Гимн отдал. Дайте Боб по Долоресу. Боб. Я Долоресу дал и ПС, и подавление, все, давай, ебош. Ни одного Иннера, я понял. Дайте, пожалуйста, Иннера по сингеру, товарищи друиды. Кто-то там говорил, у вас же куча двоидов могут доливать. Это на ману бы прочитали уже. Ну и что? Мана повышает количество момент, но не заливает людей. Шторм это не так, как он. О, очевидно. Нормально. После боя кинули Инера, это хорошо, спасибо, быстро. Удобненько. А разверни. Иду по одному туда. Тридцать дает за перчатки, так мало? Да.
Блин, details от адмирала может некорректно работать, ребят. У него мало что корректно вообще работало. Я не знаю, от адмирала это или нет. Я просто на форуме увидел случайно человека. Куда он не нравился все. Нормально. Кир, смотри. С грудака 10, с шеи 5, да? А с этого типа не балдец. Ну я не знаю даже. Ну, типа он с этого тоже 5. Ну, давай 2.5. Херня мне. Что там адмирал? Адмирал-то вообще он рейдит или просто это сидит циферки пишет и все, и его вагонят. Адмирал по себе все прекрасно рейдит, только сейчас он очень занят на работе. Ренжу. Ты так плохой. А куда же вы идете? Там три мелика под боссом стоят, кроме танка, блядь. Ни о чем не говорит. Правда, я не знаю, как он там прекрасно рейдит, но я ни разу не видел от него фулл щитов на рейде. В Т5, в 4 даже, не то что в 2. Сергей, по-моему, он тебе не нравится просто. Занят. Да нет, мне без разницы, понимаешь. Я бы с удовольствием сидел на замене и ничего не прожимал бы. А в чем же удовольствие от игры тогда будет заключаться, если ты ничего жать не будешь? У меня дома очень много дел и очень много дел на работе, понимаешь? Кроме игрушек есть еще зарабатывание денег и семья. Короче, фу, наделся и все у нас ебал. Правильно. Я не понимаю, где ДК? Почему не могу выкинуть? Что за прикол? Да я за колонность. А зачем тебе? Не надо. Ну, рейндж набирал. Я так и просто подумал, когда ты видишь, что щитов нет на рейде, у меня как бы такой же аддон, как у него стоял. Вот, и чавканье там слышно постоянное в Дискорде, то... Отвести, наверное, надо будет после нормальный. Тот второй не подойдет. Мне кажется, отвести надо подальше. Рейндж можно не набирать. Кирс, у меня был покупатель на кожаное тело с совета. Я ему говорю, вот сегодня рейд будет, он говорит, а у меня уже... Рейндж. Там трэш сагрелся, пожалуйста, заберите. Да не овцуйте, я забрал вот это. Там кто-нибудь на ФК-шет у входа стоит, гол, будете бить.
щитоносца. Да не шип. Народ, у тебя какие-то проблемы, либо... Я Я только сейчас понял, что у нас коня в районе нет. Нужно больше ярости. Там большой идет. Рейндж наберите заранее. Редвары воет, кидайте ролл в чат. Ради мелких бьют. Отхиливайте там большой сагрус, он нормальный. Сейчас после гейзера Сава диспел. Все, урел труп. А нет. Завис. Да я завис просто. Пиздец какой-то. Вы можете определиться, с какой стороны вы вообще танчите? Просто подошел к рейду большой моб. Понял. Столкновение неизбежно. Че? Ты заберешь себе баф магии огня или нет? Че, какой баф огня?
Уже никакой. Не знаю, я тут переписываю. Кто бы сомневался. Байер есть какой-то на этого, да? Да, мага. Вага, резни Сантея. Обязательно. Вот этот мультик, да? Ща-ща-ща, я его резну. Блядь, мимо Сантея побегали, побегали. Просто подожди, иду резну. Ну, на полшишечки успел. Че, мультика в рейд закидывают, да? С проходом мобов тяните. Вроде всех уже убили. Там еще есть. Я приведу тех по. Еще там двое. Блин, бинты забыл захилить. Назад к боссу идем. Сумонти Байера. Значит, бафы и каски на тебе, Каратрос. И Хант. Войд, ты танчишь шамана. Алоэ на тебе, Прист. Потом грипнешь Ханта к себе. Рыбка покончалась. Байер тут. Набав на паучек. Тут без саппорта? Да. Розария, ты хилишь Войда. Чувак наверху танчит, да? Сейчас метку тебе поставлю. Женой Нелбрил чего не хватает? Еще раз чек на пул. Жена на япончика. Надо подождать. Я не могу прочитать, что закрывает. Только знание могу.
Остановите по мне бафы, пожалуйста. Дай, пожалуйста, имя просто снизу. Нихуя мы задроты. Видели, да, все косты сбил. Исцеление, блять, это чё, Кирс, что ли? Я выпью. Кирс хорош. Хорош. 1000 ИП этому господину. Чё это за чё? Все косты исцеления сбиты, бабе. Нахуя себе. Такая только у нас и у ма... Целых 3 коста, блин. Ну, блин, мы ее быстро забыли. Кусок кусок с собой, пока сам дальше. Четвертый выбил кусок, да? Сам? Да, у него четвертый. Хорош. Ай, тупо сандаль выбрал. Что упало-то вообще, я вылетел. Стандарт и Т5 на шама... на этого, на друида. А кто забрал? Напиши своему магу, что он там это ждет. Стандарт в носке будет или нет? Или наоборот? Все, магу не надо больше ничего. Он маг, там можешь менять. Христу со всех следующих боссов что-то надо.
Мозра обязательно в рейд поставьте на этого босса. Фарадо, пошли каналом пониже. Мозер, заходи в игру. Кирс, я-то твоего закину вместо мультика. Групплот по... Все три нужны. Босса последний. Вот информация для рейда, для танков, для РЛов. Падает 2-3 человека, пару хилов остается их резать. Остальные резают манну. Танки пулят трэш. Половина хилов без манны, половина резают и бегут потом, блядь, до танков. Опять вайпы. Может быть, как мы 20 секунд будем давать нареснуть людей и отпиться? Вообще стоило бы. Мы лучше с тремя ДД дополнительными, мы точно так же быстро убьем с потерей 20 секунд на их рез, чем бегать вот так, метаться. Первых четырех групп на замену кто хочет. Крухар, остаешься в рейде до конца рейда. Я на этого босса вагаю, если надо. Не-не-не, надо, он мгновенный тогда, иди обратно за Хекси вместо мгновенной. Лага, там вроде Крухар по 10к хочет за воронку купить с ГБ, короче, активировать Т5, говорит, камни, чарки с собой, дай ему там. Это все только когда я приеду и рейд закончится. Еще здесь воронки выпали не все, соответственно, там выпадут офицеры, все это закинут, и там будет видно, что есть по воронке. Ладно, успешного рейда, не скучайте. Может, еще вернусь. Мозарт, ты за сплетением будешь идти? А ты его точно заберешь? Кроме него вообще в уровне делать? Я анхолик Т5? Угу. Чё сплетение, как скажешь, нормально? У какого анхолика? У Алоэ, что ли? В смысле, в танке, блядь? А, он анхолит? Я думал, он ДД анхолит. Ну, ДД собираю пока. Ну, я тебе говорю, как думаешь, сплетение пойдет? Скорее нет. Ну, знаю, что таскает. Говорят, топ. У меня нет. А вчера угол спиздил. Чё-то, по-моему, за совет не начисляли ИБшку, да? Наверное, не. Сейчас начислю.
Фига там жесткие ачивки, оказывается. Кирс, буди там байера своего.